Алиби спрашивает, а как вы с Леной относитесь к сплетням, которые о вас пишут? По барабану. Вербалка, от кого-то была беременна, от Ленки. Некс спрашивает, Юля, вы можете поменять продюсера или это невозможно? Ну, когда захотим, да, поменяем, пока сейчас не хотим. Гандоз спрашивает, девчонки, а почему вы с Шаповаловым посрались? Из-за альбома, что ли? Это все... Неужели вы не видите, что Иван Шаповалов убивает тату? Тату, может, убивает, мы живы. Да, а вы представляете свою жизнь без проекта? Розовая какая-то, Юля Волкова, у меня видно, что ты ни разу не ответила. Почему? Отвечаю. Отрыв от тату не предполагает личной трагедии? Нет, будет что-нибудь другое. А не страшно? Нет. Завидую. Правда ли, что цель проекта Поднебесная сделать из Ивана Шаповалова звезду? Вот прицепились они к нему сегодня. Не знаю. Спросите у Ивана Шаповалова, да. Да, а ваше впечатление? Это вопрос к Ивану Шаповалову. А конфликт закончился или ждать продолжения? Никто не знает. А от кого зависит? Юля и Катя, какая самая любимая ваша песня? Во-первых, не Катя, а Лена? Да, ну почему меня Лена зовут? Юля, подожди, оставь. И вот Юля Волкова, любимая брюнеточка, ответь, пожалуйста, на один вопрос. И все, я очень сильно для вас постарался. Я думаю, я один чудак, написавший не одну, а четыре песни. Вроде на неплохом уровне, если бы они для вас добрались. Ну вот, когда доберут, сам вам, конечно, ответим, скажем. Да, то ли вон лежат. Люди... Нет, там... А, привет. Прикольный подарок. Да? Сейчас, ну тоже давай. Да, мы решили подлить масло в огонь, потравить душу одного известного фотографа, так, который очень интересовался, не дают ли вам корона. Вот, а померите. Это тебе корона. Спасибо. Это тебе корона. Аж до потолка, Ленок, ты смотри, Ленок, осторожно, Лен. Ну как? Так, меня пока одевать можно? Принцесса? Можно. А, ну вот, Лена, смотри, у меня вообще проще одевается. Ага. С локоном. Класс. Ну вот, все. Настоящая принцесса. Точно. Тебе вот так вот идет. Но есть еще сильнее очарование, глаза опущены вниз. Информационная поддержка проекта «Комсомольская правда». Интернет-поддержка «Rambler.ru».